сила которых высует на гнорских человек, наверное, 1200 на арене. Дмитрий Яшкин. Его попытка против Даниила Исаева. Не точно. По-прежнему 0-1 в пользу гостей. Артур Каюмов. Следующая попытка за ним. Пока вы смотрите повтор исполнения Дмитрия Яшкина, да, здесь блин, шайба попала. Каюмов не забивает. Каюмов вот неудобную перекладывал и не попал в ствол. А вот давайте посмотрим, здесь, коллеги, видимо, Александр Адулов что-то подсказал Каюмову. Спасибо большое, отличная режиссерская работа. Они свою, наши ребята свою работу сделали, а подсказ Радулова не получился. Артем Галимов. Галимов под неудобную, Исаев на месте. Ну и еще раз смотрим, как Галимов раскачивал лучшего голкипера прошлого сезона континентальной хоккейной лиги. Следом Степан Никулин, 13 номер, полуруки нападающий, у которого 11 матчей с набранными очками. Здесь мы видим, что играет Мисахов. Признательно, еще один минус у Локомотива. У нас пока набралось 2 минуса. Заговаривал там шайбу Мифтахов, так немножко, знаете, он ее взял в ловушку, не сразу отдавал лайнсмену. Александр Барабанов. Пусть эмоции требуют. Сегодня дубль с игры. Был у него результат дубль в сезоне. Барабанов. И как красиво! Там кепочка даже на лед полетела. Ну а чем вам не мини-хет-трик для Александра Барабанова 1-1? Смотрите, перекали репку исполнения. Вот это еле уловимое, да, движение кистями. И в домик. Ну а далее Максим Шалунов. Совсем другая реакция на тех арены. Шалунов, Мифтахов. А вот теперь уже есть преимущество у Акбарса. И вновь Мифтахов не отдает сразу шайбу. Так в стиле, знаешь, футбольных вратарей немножко. Типа мяч придержать, поиграть на нервах соперника. Кирилл Семенов сразу без установки. Семенов против Исаева. Семенов раскачал, какова красота! Купил он своими движениями лучшего голкипера прошлого сезона. Посмотрите, все, здесь отыграно. Смотрим дальше. Максим Березкин. И здесь надо забивать ярославцев. Иначе. Забивает Березкин. Хороший бросок с кистей. И 2-2 у нас становится счет. Одна попытка в запасе есть у казанцев. Даже очень интересно, кто пойдет, а уже эта информация есть. Да, Илья Сафонов, леворукий. Ну, повторюсь, в Нижнем Новгороде он 2 забросил, в том числе и победу. Илья Сафонов и Даниил Исаев. Сафонов через право широко. Не переигрывает голкипера, и сейчас кто дальше? Вот или Семенов, или Барабанов? Начинали кто, ярославцы? Да. Тогда да. Начинает именно Акбарс. Но Сафонов бесхитростно такие броски Исаев съедает. И не торопится, кстати, сейчас казанцы. Кто должен? Яшкин. Дмитрий Яшкин. Не Семенов. Акбарс, да. А вот именно Дмитрий Яшкин. Давайте посмотрим. Здесь до первого промаха. Ой, все равно был момент у Яшкина для того, чтобы переиграть Исаева. Показывают нам круг на Березкина, но не он будет бросать, а Артур Каюмов. Попробует все-таки со второй попытки подсказ Радулова там. Исполнить жизнь. Каюмов против Мифтахова. И это шайба в воротах. Ярославский Локомотив одерживает победу в очень непростом матче. Я думаю, матч не оставил никого равнодушным. Классная игра двух классных команд. Ярославцы продолжают свою победную серию в ранге лидера чемпионата континентальной хоккейной лиги. Ну а болельщиков Акбарса мы просим ни в коем случае не унывать. Сегодня команда продемонстрировала характер, дважды отыгралась. И дальше больше. Следующий матч Акбарс проведет 5 ноября в Астане против Барыса. Ну и, как всегда,
всегда поддерживайте команду вне зависимости от результатов. Если болеть, то только за свои любимые команды. Ваши комментаторы Александр Пшеничный и Максим Прохоров. До свидания.